Тренер СГАВК СТ Максим Чернецов после матча с ПБПУ СГАВК СТ. Максим Михайлович, дайте краткий комментарий по матчу. Сегодня нам очень понравилась игра нашей команды. Ребята выдают базово качественный, содержательный футбол. Держали мяч, передачи низом на третьего. В общем-то, местами удавался очень хороший комбинационный футбол. Но чтобы забивать голы, все-таки нужны эмоции, нужна страсть, нужна какая-то свежесть. Сегодня в действиях нашей команды этого не наблюдалось, но тому есть объективные причины. У многих ребят закончились регулярные чемпионаты, часть людей будет участвовать в турнире победителей соревнований КФК. Вся наша команда уже, наверное, мыслями на чемпионате мира в Китае, и поэтому чего-то не хватает в завершении. Как и в прошлом турнире в этом городе, в Санкт-Петербурге, по-прежнему не можем забиться игры, но вот сегодня даже пенальти нам не покорится. Спасибо.